Здравствуйте, меня зовут Александр. Я принимаю бишофитные или бишофитовые ванны в санатории Дубрава в Железноводске. Сейчас я сижу на втором этаже в лечебном корпусе. Перед тем, как принять ванну, нужно медицинскую книжечку с вашим направлением сдать медицинской сестре. И она назначает вас уже в соответствующую кабинку, где уже приготовлена та или иная ванна, бишофитная или с минеральной водой. Передо мной таблички, там на этих табличках прописан состав ванн. Сейчас я попробую приблизить поближе, чтобы, может быть, было видно. Так вот, поближе. Скважина номер 69, состав, там катионы, анионы и так далее. И в каких пропорциях. Правила приема ванн. Вот. Еще раз напомню, что когда вы приезжаете в санаторий, вы первый день посещаете вашего лечащего врача, и в соответствии с вашими показаниями вам назначают те или иные ванны. Эти ванны у меня включены уже были в путевку с лечением. И вот я пришел на прием этих ванн и решил снять небольшое видео. Итак, меня распределили уже в кабинку. Я переоделся. И у меня уже наполненная бишофитная ванна, как вы видите, она с пеной. Вода теплая. И погружаюсь в эту ванну с целью оздоровления в этом санатории. Передо мной стоят песочные часы, то есть в этой ванне нужно проводить определенное число времени. Эти часы рассчитаны, по-моему, наверное, на 15 минут. Я их переворачиваю и лежу и жду, когда истечет мое время приема бишофитной ванны. Тут есть кабинки как на одного, так и на двух человек. У меня вот кабиночка на одного человека и ванна. И вот я лежу и наслаждаюсь этой ванной. Хочу сказать такое ощущение после приема ванны, что как бы наступает такая расслабленность и хочется спать. Тянет в сон после этой ванны. Принимаются ванны, обычно назначают между завтраком и обедом. И вот таким вот образом все это происходит. Не знаю, насколько реальный лечебный эффект. Трудно мне об этом судить. Может быть, кто-то об этом знает лучше и напишет в этом в комментариях под этим видео. У меня лишь ощущение, что после них хочется просто спать. Хочется спать. На этом, пожалуй, все относительно минеральных и бишофитовых ванн в санатории Дубрава в Железноводске. Спасибо, что посмотрели это видео. Хорошего вам здоровья, путешествий и всем пока!